Аграрии региона засеяли овощами почти 670 гектаров земли. Это 85% от плана. В Заводоуковском городском округе сейчас приступили к высаживанию капусты. Но специалисты уже делают ставки на урожай. Так, на предприятии «Простор» осенью планируют собрать 2,5 миллиона кочанов капусты. Для этого там впервые пробуют технологию посадки, когда параллельно идет гербицидная обработка почвы. Она защитит посевные площади от сорняков. Задействованы поливальные машины. Одно поле уже посадили, садили, тут же следом поливали уже. То есть влаги мало. Кубик полностью проливается. Полностью мы его уже на 100% политы, залиты, везем и высаживаем в грунт. Ну, чтобы перестраховаться, мы еще тут же поливаем. Кубик может держаться там день-два, этой влаги ему хватает. Но мы все равно поливаем. К концу мая посадку капусты надо закончить, чтобы не сдвинулись сроки созревания. Параллельно начнутся работы со свеклой.